Спустя 70 лет после окончания войны безвестные солдаты обретают имена. Поисковики установили имена 9 рязанцев, попавших в немецкий плен в годы Великой Отечественной войны. Все они были узниками концлагеря вблизи немецкого города Нюрнберг. Теперь появился шанс найти родственников погибших пленников. Так, например, уже сейчас в поселке Тума Клепиковского района найдена племянница одного из погибших в Нюрнберге рязанцев – Рунова Серафима Григорьевича. Сейчас поисковики решают вопрос о встрече с родственником и передаче ей более подробных сведений об узнике концлагеря. На данный момент в работе по поиску родственников этих людей задействованы поисковики рязанские, то есть кто входит в рязанское отделение поискового движения России, сотрудники, педагоги и воспитанники нашего центра детско-юношеского туризма и краеведения, педагоги, воспитанники центра «Звезда» городского, а также бойцы военно-патриотического клуба «Поиск» из Академии ФСИН. Таким образом, еще 8 имен погибших военнопленных пока еще остаются без информации о родных. Сложность поиска заключается в том, что некоторых населенных пунктов, из которых призывались мужчины, уже не существуют. Когда родные найдутся, им будут переданы фотографии могильных плит с места захоронения, видеоматериалы, сканированные копии архивных документов.